Астропрогноз на 23 января. Овен. Витающий в воздухе ветер перемен скоро коснется и вас. От близких ожидайте приятных новостей. Телец. Побеждают обычно самые терпеливые и хладнокровные. Ваш случай не исключение. Близнецы. Не будьте слишком строги к своей особе. Сегодня вы понравитесь не только себе, но и большинству окружающих. Рак. Постарайтесь удержать свои эмоции в узде, иначе они могут здорово вам помешать. Лев. Возможно, придется освободиться от некоторых своих принципов для достижения успехов. Дева. Сегодняшний день чреват стрессами, посему вам лучше не вступать в споры и отказаться, если это возможно, от дальних поездок. Весы. Постарайтесь не планировать ничего важного на этот день, проведите его с семьей. Скорпион. Сегодня вам придется больше заботиться о чьих-то иных интересах, совершенно забросив свои собственные нужды. Стрелец. У вас получится любое дело, за которое возьметесь. Вечером ожидайте сюрприз от близких. Козерог. Этот день вознаградит вас занятием тихим, спокойным и очень приятным. Водолей. Сегодня вы сможете, если захотите, привлечь внимание максимального количества людей. Рыбы. Попробуйте поискать альтернативу всему, что вас не совсем устраивает. Вечер проведите в спокойной, уютной атмосфере.